Итак, штурмуем Амстердам, так как у меня три армии автобоем. Тремя армиями можно, как одной штурмовать. Здесь четыре армии, ну так по сумме почти три. Что-то показываешь, у меня армия сильнее. Автобом проигрываю. Ладно, попробуем. Дождик зимой. Ладно. Так, значит. Пушки здесь. И даже здесь. Пехота здесь, часть пехоты сюда, конницу всю сюда, подальше просто, чтобы вражеские пушки не попали. Но эти надо как-то так растянуть. Так. Начнем. О, тут как обычно бегают. А ну огонь сюда. Ну, то я с ними намучился уже. Так, пехота. Прикрыть пушки. Конница тоже. Пусть так поблизости будет. Так, все. Так, хорошо. Куда они стреляют? Пусть. Здесь урона не так много. Ничего, у меня подкрепление еще есть. Итак, раз, два, три, четыре, пять. В чем дело?
Хорошо. Много перебили уже. Это еще кто? Военачальник никак не может. Бах, какой-то идет еле-еле. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, пошли ядра. Хорошо. Плохо то, что подкреплений там слишком много. Ничего. Че тут флага нет, понятно ли это? Вот это он. Мне интересно, сюда попадут? Ладно, пока здесь по пехоте стреляем. Что ж, буду потихоньку стрелять.
Перезарядка закончилась. Да, так придется долго. Ну и штурмовать я не могу. Слишком много подкреплений будет. Рукопашная. Слишком много заберет моих солдат. У меня подкреплений намного меньше. Будут пока выбивать ядрами. Никто не стреляет. Что-то стоят, ждут. Так, хорошо. Так, хорошо.
Вперед. Человек и не отступают. Уже 8, все равно стоят на баррикадах, ну, на стенах крепости. Так, ладно. Это еще же лазит. Огонь. Достанем, жаль. Сюда огонь. Не успел. Быстро, быстро. Так, а где моя конница еще была? А вон там. Далеко. Давай сюда назад. Разворачиваемся. Здесь уже немножко осталось. Наверх, 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 наверх. Наверх.
Стоп. Куда вы так далеко? Так. Вперед. Папа, это откуда взялось? Вперед. Быстрей. А где моя конница? А что она тут делает? У меня тут где-то было два отряда. А вот они. Вперед. Еще и конница. Конница подождет. Так, хорошо. Стань здесь. Быстрей. Так, здесь-то мы отбились.
подкрепления идут. Хорошо. Так. Задержать. Не понимаю, почему я приказываю стрелять, они в атаку бегут. Так, стоп, это еще откуда взялось? За каким дьяволом они лезут по одному канату? Уже пехота идет. Подкрепление. Быстрей ползите. Вот же ж, блин. Так, здесь разобрались. Теперь здесь. Давайте на стены. А вот давайте сюда. Так, я туда достану. Нет, не достану. Да быстрее вы сюда давайте. Чтобы они не могли залезть. Зайти, то есть внутрь. Эх, поздно все делаю. Эти не могут никак. Не успеют, не успеют. Так. Давайте сюда хоть как-нибудь. Нет. Или, наверное, вот сюда. Так, здесь. Это еще кто? Так, теперь они не залезут, значит. Теперь главное не пускать подкрепление внутрь. Вперед.
Вперед. Все вниз, быстро. Где тут конница была? Задержать. Всех задержать. А вы давай вниз, все вниз. Все, внутри нет пехоты. Одни мортиры. А, там ополченцы задержатся. Все вниз. Быстрей. Быстрей. Ай, тут не... ничего. Задержать всех. Стоп. Стоп. Это еще кто? Не дать им подняться. Вперед. Вперед. Где еще стоит на месте? А тут никого не осталось почти. Задержать. Вниз. Все вниз. Уничтожить. Ой, хрен с ним. Вперед. Быстрее вы. Да что же это за проклятие такое? Уничтожить этих мортирщиков всех до одного надо. Тут толку не будет. Все, не успел. Давайте тут и стреляйте. Давай сюда. И стреляй сюда. Вот куда вы нахрен пошли? Это же надо все вручную держать. Получается, где моя? Все внутрь. Я говорю, вон... Да что же это за проклятие такое?
только так надо. По-другому не получится никак. Блин, ты сюда можешь залезть? Огонь. Огонь, что же вы спите? Давай, 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 давай в здание. Где мое там подкрепление? Сюда давай. Быстрей. Так, стоп. Ну, шо ж вы тут крутитесь так долго, но... Конница здесь, не надо туда. Не надо, не надо. Вот на этих лучше. Давайте быстрей. Немного времени уже осталось. Сила, я знаю, не выиграю, но... И здесь задержал. Главное никого не подпустить. Кстати, а когда мои пушки хоть стреляют, это я уже не вижу. Еще по своим попаду. Пусть стреляют куда-нибудь. О, еще один отряд пришел вовремя. Все. А я-то думал, как же его победить? Третий раз переигрываю. Только так. По времени можно выиграть. По-другому никак. Подкрепления приходили не подряд, а с перерывами. Я думал уже... Сначала поставил возле... Армию возле, как это, того места, где подкрепления подходили. Часть прошла, и я думал, все, начал штурмовать крепость, а тут опять пошли. Ничего не смог сделать. Так что начал атаковать крепость. И получилось по времени захватить. Соединенные провинции разгромлены. Смотрим. Прибыли выше крыши. Авторитет тоже. Значит так. Моголы. А может вы мне область какую отдадите? Например, вот эту. Ладно. А, вот оно что, стоп. А вот теперь можно начинать переговоры.
Так, я вам попробую заплатить денежки. Вот так. Есть. Америке где-то анда. Постройки многие повреждены. Так, надо теперь проверять все постройки. Так. Знаю, столица Нидерландов, Амстердам, будет бунтовать. Нет, не будет. Ну или почти не будет. Чего такое? Ничего, отремонтируем все. Это сломаем. Здесь надо восстанавливать обязательно. Здесь угол порядок, если что. Поможем подавить бунт. Союзники. Здесь порядок. Так, надо посмотреть. Порядок, кроме вот этого. Значит, здесь и будем основные войска. Так, пока восстанавливать их нельзя. Не то, что нельзя, пока деньги нужны для других городов. Так. Здесь порядок. На следующих вот будет порядок. А в Вестфалии, да. Ну, ничего. Разберемся. А, да, Париж. Ничего. Армии много. Постройки будут отремонтированы. Здесь проверить. А, ну это понятно. Будет отремонтирована армию, потом восстановлю. А, армия тоже восстанавливается. Так, с этим потом разберемся. Здесь ремонт, там потом. А, да, а что здесь появилось? Колонисты, мятежники. Ну, захватим их. Так. Здесь уже порядок. Там потом все отремонтируем. Да, здесь вот пираты появились. Так, раз порядок есть, значит, можно потом. Так, подписываем. Ну, еще. Код. Так, новое задание, встречное предложение. Да, компьютер ищет повод поссориться. Вот так вот. Вот и хорошо, что ты вынужден отказаться. Ну, с пиратами потом разберемся.
куда он поплыл? Блин, там порты были, он хрен знает куда поперся. В Арктику, что ли, поплыть? Ничего, денег будет уже много. Ну, ни с кем не воюю, ладно. Дружим тоже хорошо. Защищаем Париж и Амстердам пока. А, еще же вот это надо. Получается, порядок навести, ладно. Так, в столице надо строить. Кстати, что здесь новенького будет? Ничего. Вроде все такие были. Это еще кто такой? Конница какая-то новая. Лейб-драбанты. Что здесь уже противников достойных нет. Армии большие, но подобных, наверное, уже не будет ни у кого. Но это протесты земля иракезов. Ага. Так, бунта не будет. Порядок. Так. Framåt, remarsch. Что тут генерала? Много. Порядок. Редскоп. Befälhavare. Invänta vidare order. Skeppsorder. Redo. Invänta order. О, а
Че это я? Быстро сюда. Топа, я не понял. Да что за фигня? Я думал, оно... Да выйди ты. Уже надоело туда-сюда гонять. Ну и порядок. Моголы ходят туда-сюда. Так, здесь отремонтируем. Так, кстати. А где мои корабли? Ведь их много нанял. Надо бы с пиратами повоевать. Капитан! Ай-яй, капитан! Думаю, нормальный флот справится с пиратами. Да, кстати. Чего, разберемся. Здесь порядок. Здесь отобьемся. Это кто? Артиллерия — это морское. Кстати, ну пока все. А, это новая граната. Давай туда. Раз тут хороший порядок. Thank you.
Понятно. Да. Уже и пароход можно строить. Так, это что? Рыбный флот, хорошо. Ну. Подождем. Так, а здесь пушек нет. Эта армия не подойдет. Так, посмотрим, сколько здесь войск. Так, пока восстанавливается потихоньку. Махарашпатура. Так, а чё она не торгует? А ну где тут торговля? А, да. Индия корицей хорошо торгует. Инвентор ордер. Шепс ордер. Так, здесь порядок плохой. Университет сломать. Минус 4. Не надо мне такого. Это ж... А, склад хлопка пусть. Так, здесь все, бунта не будет. Здесь бунт будет по-любому. Все. Здесь уже бунта нет. Здесь давно нет. Здесь будет все равно тоже. Это здесь восстановится и отобьемся. Франция. Ладно, пусть прибыль дает. Хотя Дания. Так.
Ну и все. Так, это где? В Испании. Так, доремонтируемся. Вижу и во Франции. Еще недовольны. А, я этого не сломал. Этот надо было сломать. Так, в Вестфалия, где еще Франция увидел? И Махарага, да. Так, хорошо. Так. Еще не восстановилось. Крепление пусть будет. Так, значит. Кораблик есть, хорошо.
Трамеллер, марш! Топ. Зачем мне два генерала? Лидары ордер, манар, трамот. Лидары ордер. Так. Дело. Так, давай сюда, пока. Теперь можно высаживаться. Дордон. Порядок. Ну что, один город остался. Багамы. Здесь порядок. Hissa segel! Skeppsorder, kapten! Высаживайся, давай. Det här är ett skepp, befälhavaren! Orden mottagna! Halt! Invänta vidare order! Сейчас, на всякий случай. Målet är satt under belägring, befälhavare. Сохранимся. А, победа, а то что-то раньше проигрывал. Все. Недовольны, да? Befälhavare. Vänster redo för Bockholm. Marsch! Все, бунтов не будет. Пираты разгромлены, можно ремонтировать поврежденные. Это не мое. Так, поврежденные можно ремонтировать. Порты. Торговые. Что, денег уже нет? Ладно. Потом отремонтирую. Ну да. Förberedda på bordning!
Ja, befälhavare. Перебьются. Так, здесь порядок. Так, пусть здесь погуляют. Так, здесь где-то порт был испорченный. Пока. Где-то они были повреждены. Вот здесь. Это я отремонтировал. Так, этот. Этот. Этим вот торговать получше. Этот что не торгует? Не поймешь, военные то торгуют, то не торгуют. Так. Так, еще. Да, отремонтируется, тогда уже начнет торговать. Все, бунта не будет. Все, торгуем хорошо. Марш! 59 почему-то. А, там отменил где-то налоги. Да. Ладно. Так, значит. А, здесь уже порядок. Это протеста. Ничего, отобьемся здесь. Все, в Париже армия хорошая. Здесь сюда тоже отобьемся. Ладно, отремонтируем. Так, недовольства нигде нет. С
Здесь недовольство. Восстание в Франции. Марш! Порядок. Так, все отремонтировалось. Торговля, конечно, не очень. А вот где она не отремонтирована у меня. А, и забыл еще же два острова, это две области. Так, они тут восстановленные. Не очень довольные. Где-то тут был. А, вот. Так, порядок. Марш! Так. Там отремонтировал. Давай сюда. Några fler order. Anfall. Vägen är vår. Порядок. Ну, давай сюда. Vänster. Låt belägringen börja. Здесь порядок. Ничего, все отремонтируется. Ну вот вся Южная Америка, побережье Северной Америки, ну и Центральная тоже. Так, инуиты те, ладно, уже пусть живут. Здесь он был. Все, теперь вроде все отремонтировано.
Так, это где? Франция. О. Что это за новости? Сигар! Бефельховаре! Бефельховаре! Тут можно сломать надо. А вот же минус один. Этот минус 4 дает вообще. Этот минус 4. Нифига они мне нужны. Деньги и так хватает. Мне надо, чтобы бунтов не было. Здесь. Порядок. Тоже порядок наведу. Так, а здесь порядок. Это минус 2 дает. Минус 1. К порядку. Ну и все. В общем. Колония есть. Ой, как ее нажать? Так, если... Вот так. Ну и хорошо. Колония есть в Индии. И в Америке очень много. Европу почти всю захватил. Речь Посполитая осталась. Венеция, Генуя. Ну, армии много, так что... С остальными разобраться дело времени. Прибыли много, армии много. Торговля идет. Так, опять где-то в Америке что-то не то. Где-то. Прозевал порт. Поврежденный. Сейчас найду порт, отремонтирую. Может где-то здесь. Так, нет же, везде целые порты. Корабль где-то тут был. А, вот здесь, вот нашел теперь, где поврежденный порт. Особенность, так. Шадоль Фредерик. Процветание блестящее, авторитет величайший. Министры. Так, ладно.
Все, министры нормальные у меня. В общем, на этом я заканчиваю прохождение, так как уже авторитет больше всех, армии много, денег много. И остальных разгромить просто дело времени. И пока я больше не буду ничего снимать. Нет времени. Всего доброго.